Нескончаемая энергия всех знаков зодиака требует выхода, поэтому запланированный тихий семейный вечер 7 октября лучше заменить дружеской вечеринкой. Звезды уверены, что многие в этот день легко станут душой любой компании. Овны, в среду ваши отношения как на работе, так и дома могут осложниться. На личном фронте ожидаются конфликты и недопонимания. Придется максимально проявить гибкость и избегать замечаний в адрес окружающих. Тельцы, от вас 7 октября потребуется максимальная собранность и решительность, так как звезды не сулят ничего хорошего. Ваша прямолинейность может привести к ссоре, последствия которой надолго запомнятся. В течение дня следите за своими высказываниями и будьте осторожны, чтобы не ранить окружающих. Близнецы, в среду высока вероятность, что вас поддержат коллеги, высокопоставленные люди. Вы явно заслуживаете похвалу. Руководство вас поощряет, а это приведет к карьерному росту. Раки, новым днем вам следует быть максимально спокойными, взвешивать решения и следить за своими высказываниями. От вас потребуется расчетливость и пригодится ваше обостренное чувство справедливости. Все ваши мысли будут материальны, поэтому будьте осторожны. Львы, первая половина нового дня может принести вам огорчения и неприятные ситуации. Будьте готовы к известиям, которые разочаруют вас. Сгладить неприятности вам удастся, если вы проявите свое обаяние. Попытайтесь повернуть ситуацию в свою пользу. Девы, несмотря на то, что грядущий день для вас благоприятен, вы все равно останетесь недовольны. Вы привыкли закрываться от окружающих и уходить в себя. От этого страдают ваши близкие, потому что ждут от вас тепла и заботы. Вам необходимо избавиться от плохих мыслей. Весы, не следует ждать помощи от окружающих. Старайтесь рассчитывать только на себя. Родственники и партнеры только мешают вам своими советами, когда вы решитесь пересмотреть свои планы. Вам нужно решить бытовые вопросы. Скорпионы, в первой половине дня, несмотря на ваши старания, возможны конфликты с руководством. Вашим близким и родным не хватает вашего присутствия, и если вы не перестанете крутиться, как белка в колесе, понесете финансовые потери и возникнут проблемы со здоровьем. Стрельцы, ваш новый день полон сюрпризов, поэтому постарайтесь быть активными и проявите способность действовать гибко в любой ситуации. Чтобы избежать неприятностей, будьте менее доверчивы и наивны. Общаясь с противоположным полом, будьте внимательны, также избежите проблем. Козероги, готовьтесь к конфликтным ситуациям в общении с окружающими. Нужно набраться терпения в исполнении обязанностей и в общении с людьми, которые вам неприятны. Ваша вспыльчивость повлечет за собой крупный скандал, поэтому следите за своими словами, иначе будут последствия. Водолеи, 7 октября проявите осторожность и избегайте травм. Сторонитесь споров, конфликтов и неприятных разговоров. Крупные затраты могут возникнуть во второй половине дня, а события начнут развиваться совсем не так, как вам хотелось бы. Рыбы, ваш новый день благоприятен для завершения дел и улучшения финансового положения. К вам благосклонно руководство, а также удачное обращение в правительственные учреждения. Пересмотрите отношения с партнерами и измените планы на будущее. Звезды уверены, что, несмотря на различные трудности, дружелюбие и оптимизм помогут всем знакам зодиака 7 октября обрести много новых друзей. Звезды знают, что говорят.